Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 678. Дано. Нам дан треугольник ABC. И в этом треугольнике проведены биссектрисы его углов. Биссектриса AA1 и биссектриса BB1. Это биссектрисы. И нам нужно найти угол АСМ и угол БСМ. При этом в условии сказано, что точка пересечения биссектрис АА1 и ББ1 – это точка М. И прежде чем мы будем искать эти углы АСМ и БСМ, ну, нам нужно соединить точку С и М, чтобы увидеть эти углы. Тогда проведем прямую через точки С и М и воспользуемся следствием из теоремы о биссектрисе угла. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Значит, тогда CM это будет биссектриса угла С, поскольку она проходит через точку пересечения биссектрис, ну и через вершину угла С. А раз так, то эта биссектриса делит угол С на два равных угла, то есть угол АСМ равен углу BCM, и каждый из этих углов равен половине от угла С. Теперь приступим к пункту А. В пункте А нам дан угол АМБ. Этот угол равен 136 градусов. Рассмотрим треугольник АМБ. Один из углов этого треугольника нам задан. Остальные углы обозначим 1 и 2. И поскольку АА1 – это биссектриса угла А, тогда угол 1 равен половине угла А. Точно так же, как и угол 2 равен половине угла Б, поскольку ББ1 – это его биссектриса. А теперь, зная угол АМБ, мы можем найти сумму углов угла 1 и угла 2 в треугольнике АМБ. Она будет равна сумме всех углов треугольников и минус угол АМБ. То есть 180 градусов минус 136 градусов – это будет 44 градуса. А теперь, учитывая, что угол 1 и угол 2 – это половины от угла А и от угла Б, ну, мы можем записать половина угла А плюс половина угла Б равно 44 градуса. Ну а тогда, значит, сумма угла А плюс угол Б. Тогда сумма этих углов, понятно, что будет в два раза больше. То есть будет равна 88 градусам. Ну и теперь, зная сумму углов А и Б, мы можем из треугольника АБС. Из этого треугольника можем вычислить угол С. Угол С будет равен сумма всех углов 180 градусов минус сумма угла А плюс угол Б. Это будет равно 180 минус 88. Это будет 92 градуса. А тогда искомые углы АСМ и БСМ равны углы. Они равны половине от угла С, то есть они равны 46 градусам. Пункт А мы выполнили. Пункт Б. В пункте Б угол АМБ равен 111 градусов. Тогда из треугольника АМБ мы найдем сумму угла 1 плюс угол 2. Эта сумма будет равна 180 градусов. Сумма всех углов треугольника минус угол АМБ. То есть 180 минус 111, это будет 69 градусов. Ну а раз сумма угла 1 и угла 2 – это половина от суммы углов угол А плюс угол Б, то тогда сумма этих углов будет равна, ну, в два раза больше.
То есть будет равна 138 градусов. Ну и теперь из треугольника АБС мы вычислим угол С. Угол С будет равен 180 градусов минус сумма углов А плюс Б. Это будет равно 180 градусов минус 138. Это будет 42 градуса. А тогда искомые углы АСМ и угол БСМ равны половине угла С, будут равны по 21 градусу. Пункт Б мы выполнили. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.